Решить уравнение. Корень из 3 синус х плюс косинус х равно корень из 2. Данного типа уравнения решается путем их преобразования к более простым уравнениям. В данном случае можно заметить, что функция синус х умножается на число корень из 3, функция косинус х умножается на число 1. И если мы разделим обе части уравнения на число 2, что имеем право сделать, то получим, что функция синус х умножается на число корень из 3 на 2, а функция косинус х умножается на число 1 вторая. Но корень из 3 на 2 это косинус пи на 6, а 1 вторая это синус пи на 6. Таким образом, видим, что получилась формула синус суммы. То есть синус альфа умножить на косинус бета плюс синус бета умножить на косинус альфа. Вот это у нас стоит в левой части уравнения. И по формуле это будет равно синус альфа плюс бета. Таким образом, мы перешли к уравнению с одной функцией синус. Его решить будет гораздо проще. Отсюда получаем, что x плюс π на 6 равно минус 1 в степени n арксинус корень из 2 на 2 плюс πn. То есть минус 1 в степени n умножить на π на 4 плюс πn, где n целое. Далее все зависит от того, какое n, четное или нечетное. Если n четное, то x плюс π на 6 равно π на 4 плюс πn. Если n нечетное, то получим минус π на 4 плюс πn. Далее, если мы перенесем π на 6 в правую часть и приведем подобное, то получим, что x равно π на 12 плюс πn, если n четное, и минус 5 π на 12 плюс πn, если n нечетное. Мы знаем, что четное число в общем виде можно записать как 2k, где k целое число, а нечетное число как 2k плюс 1, где k целое число. Сделаем это в нашем случае. И приведем подобное. Получим x равно π на 12 плюс 2πk, либо 7π на 12 плюс 2πk. Таким образом, получили ответ. Π на 12 плюс 2πk и 7π на 12 плюс 2πk, где k целое число.